Всем привет, с вами Xeon Mega Central и это корпорация Nova. Сегодня мы будем летать с вами на Prometheus Fire. Это ударник 10 ранга, производит его концерн Империи или фракция Империи, кому как удобно. Плюсы этого кораблика непосредственно в том, что у него есть три компьютера. То есть сюда мы сразу ставим инфракрасный сканер для повышения критических повреждений, протонную стенку, чтобы уменьшить время действия эффектов контроля от всяких там рэбов и так далее. И также мы ставим сюда систему горизонт, чтобы лупить по врагу, скажем так, с более дальней дистанции. Кораблик, скажу, так себе. Ну, если, допустим, сравнивать имба не имба, то есть это не Desert Eagle премовый 9 ранга, это Prometheus Fire 10-го. Со своими плюсами, со своими минусами и так далее. Я не статист, поэтому не стремлюсь не умирать в бою. То есть я, если грызусь, то грызусь уже конкретно и до конца. Вот. Если я свой кораблик и теряю, то при этом забираю с собой один-двоих людей, так точно. Вот. По фиту. Значит, компьютер мы разобрали. Здесь мы ставим гальванизированную броню, также динамическую защиту. В двигатель ставим мы дополнительный генератор, он дает больше скорости, чем впрыск тот же самый. И чтобы отбалансить вот это вот увеличенное потребление энергии форсажа на 15%, мы ставим энергоблок. Спокойно подходит синька, можно фиолетку и так далее. В боевых модулях у нас стоят, значит, нанокомпозитка, чтобы еще больше резистов сделать. Перезагрузка, ускорение и кубик на лечение. Вот такая вот табличка с результатами получилась от фита. Вот. И далее экипаж номер 2. Смотрим. Значит, здесь у нас не стабы, а значит 5-й, 1-й. Чтобы нашу гальванизированную броню немножечко отбалансить, чтобы мы были чуть-чуть повертлявее, ставим вот этот первый имплант. Далее, чтобы увеличить силу крита, ставим 6-й, 2-й. И дабы, если нас кто-то бежит в прицел, дает нам 12 единиц за каждого противника, с который свелся на нас, 12 единиц дает резиста. Вот, значит, если 2, то значит понятно 24 и так далее. Вот, вот эти вот обязательные 9-1, 5-1, 6-1, остальное стандарт, ничего у меня не меняется. Ладно, хватит болтать, погнали проверять фит. Fire.
Вот такой вот был замечательный бой. Меня сделало капитаном. 15 человек просто как с куста за счет форсажа и усиления кэпа. В принципе, машинка здорово работает, даже против всякой мелочи, то есть против обыкновенных нормальных пилотов. Кораблик устойчив. Вот. Способен убивать. Надеюсь, фит кому-то понравился, кому-то пришелся по душе. Я вам желаю удачи в освоении данной техники. С вами был Зиона Мега Централ, заговариваюсь. Ставьте там лайки, кому как хочется. Всем спасибо, до свидания.